фишка в чем? Я решил отказаться от VST-плагинов и заняться только аналоговым звуком. Аналоговый звук — это аналоговые синтезаторы, 100% аналог. 100% аналог. Сейчас я попробую. А ну сделай какой-нибудь ганг... Дай мне какой-нибудь гангстер-щит. Е-е-е-е-ей. Атаку убрать. Епи-йоу, епи-ей. Ну и, конечно же, гитару мы пишем всегда живую. Вот зачем вот так вот гитару подключать в эту вот штуку, а потом опять на микрофон? Что, нельзя прямо туда ее включить? Потому что комбик дает специфический звук. Зависит звук, качество звука от комбика. То есть я здесь делаю специфические настройки, плюс гитара, плюс ламповый микрофон, и они дают неповторимое, то есть свой саунд дается. Ну, по крайней мере... Вот так вот сделай, так вот, двумя руками только так. Ярошенки. Сейчас. Give me some of that. Oh, that music shit. В мире все циклично, в мире все по кругу. Чаще нужно нам поддерживать друг другу, радоваться жизни, держаться все вместе. Потому для вас я начитаю эту песню.